Европейский Союз развивает технологии финтех на своей территории, сохраняя безопасность существующей инфраструктуры. В январе 2018 года будет принята пересмотренная платежная директива PSD2, цель которой – защита прав потребителей и усиление конкуренции на рынке. Согласно новому регулирующему документу, финансовые услуги будут оказываться не только банками. Этими правилами предоставления доступа к банковским API уже пользуются некоторые стартапы, которые присоединяются к банковским данным, проверяют счета и имеют доступ к транзакциям в реальном времени. Много внимания в новой директиве PSD2 уделяется технологии блокчейна, использование которой поможет лучше защитить финансовые данные и позволит банкам осуществлять транзакции в реальном времени.